Я думаю, сейчас в каждом регионе есть такие подобные фестивали, но здесь, вот, как мне кажется, самое подходящее место. Старинный русский город, в хорошее время, в хорошем месте, когда приезжают действительно профессионалы-мастера, которые тебя чему-то обучают. И благодаря тому, что есть такая замечательная ярмарка «Город мастеров», любой желающий может подойти и попробовать себя в том, чем он не делал никогда раньше в жизни. Я, например, никогда не делал гвоздь, а вот с ребятами сделали. Получаешь такое чувство необыкновенного соучастия в этом процессе и, скажу, такая гордость, потому что почувствовал себя представителем такого трудового дела.